Воронежская область, село Лебяжье. Именно в этом населенном пункте и его окрестностях проходили раскопки, в которых участвовали ребята из отряда «Святой Гавриил». Там проходили бои где-то июнь-июль 42 года, когда там билась с врагом 5-я гвардейская танковая армия генерала Лизюкова. Раскопки велись с конца апреля до 5 мая. За это время с земли подняли останки 28 советских солдат. Поисковики обнаружили более 400 боеприпасов. Еще удалось поднять обломки советских бомбардировщиков П-2. Обломки одного были в земле, а второго в заболоченной местности. Там самолет почти полностью. И причем, видимо, удар пришелся фактически вертикально. Двигатель как бы сигнал дает, но он очень большой в глубине. Все фрагментальные останки самолета и двух пилотов мы достали где-то, глубина около 4 метров, а двигатель ушел, еще метра на 3 вглубь. Поисковики уверены, за время работы они обнаружили место, где, возможно, захоронены тысячи солдат, но эти работы они продолжат осенью. Юлия Лаптева, Константин Белов, новости Димитровграда.